персонаж в пьесе Элджин, он немножко странный в этом смысле, что он много чего не договаривает, не досказывает, тем самым создает такую ауру таинственности. Это взгляд, непонятный такой взгляд, странность поведения. Задача моего персонажа в том, чтобы его подозревали. Не только зрители, но и также те, кто находится на сцене. На самом деле ничего такого не произошло. Ну, бумага, она порвалась, а я не мог вспомнить, но слово в слово мне пришлось самому своей рукой внести небольшие коррективы. Так вы сами написали себе рекомендации? Я не хотел ничего плохого, нужно было как-то зарабатывать. Даже, знаете, это сейчас так